Подпольное казино ликвидировали в Таразе. Оно действовало под видом компьютерного клуба. По информации сотрудников Департамента экономических расследований Жамбылской области, игорное заведение работало без лицензии и с нарушением требований законодательства. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Отмечу, комитет по финансовому мониторингу проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-игра» по всему Казахстану. Уже пресечена деятельность свыше 200 незаконных игровых точек. Представители комитета напомнили, за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса владельцев также будут привлекать к ответственности. Им грозит лишение свободы до 2 лет.